Что будет, если океаны станут прозрачными? Каждый год в океаны сбрасывается очень много мусора, так что вы увидите перед собой огромную гору мусора. Будет найдено более 10 тысяч затонувших кораблей. Человечество сможет найти более 100 тонн золота пиратов. Ученые найдут более 150 разновидностей новых рыб. Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться? Когда нужно проснуться в 8, нужно лечь в 23:00. Если нужно проснуться в 9, то тогда ложитесь в 1:30. Если нужно проснуться в 10, то ложитесь в 1:00. Что будет, если вы перестанете чистить зубы? Через несколько дней появится неприятный запах изо рта, и на зубах также появится налет. Затем налет начнет темнеть и превращаться в камень на ваших зубах, и ваши зубы будут приобретать желтый оттенок. Примерно через месяц на ваших зубах появятся дырочки, и кариес будет размножаться по всем вашим зубам. Затем ваши зубы загноятся, и десны станут очень чувствительными и будут практически каждый день кровоточить. Ты точно этого не знал? За 30 лет киндер-сюрприза было продано 30 миллиардов шоколадных яиц. На Земле всего 1% людей с глазами разного цвета. Наш нос всегда находится в поле нашего зрения, но мозг запрограммирован таким образом, чтобы его не замечать. В Азии и Великобритании считается, что черный кот приносит счастье.